Полгода? Потому что я полгода назад к вам обратился. Каждое обращение. Я полгода назад к вам обратился. Обрабатывается и направляется по компетенциям. Вы же направляете обращение, пойдемте. Полгода я жду. Вы направляете обращение по нарушению правил дорожного движения. Правильно? Правильно. Но правила дорожного движения у нас компетенция ГИБДД и ТОГДН. Все ваши обращения перенаправлены на ГИБДД и ТОГДН. Мы в прошлый раз, когда встречались, вы мне сказали, что вы не будете заключать договоры и продлять договоры с теми организациями, которыми нарушают. А у меня есть основания? А у вас нет оснований? Нет. Вы с ГИБДД не сотрудничаете? Сотрудничаю. Меня давят. Я ежедневно иду, меня пытаются задавить. У вас нет оснований? Я еще раз говорю. Это не относится к тем компетенциям, которые есть. У нас нету в договоре прописано нарушение правил дорожного движения. А вы не понимаете, я как житель Челябинска вам говорю. Так мы с этим давят. Работаем. Полгода уже? Да. И где результат вашей работы? Почему конкурсы проводите? Почему в реестре у вас ничего не отмечено? Потому что сейчас вносятся изменения. Выйдите из кабинета. В каком состоянии у вас реестр? Почему я вижу маршруты нелегалы? 39-й, 40-й, 78-й, 85-й. Я вам объясняю. Потому что реестр устанавливается постановлением. Сейчас внесены изменения. Изменился закон 19/19. Государственной Думы нашей Челябинской. И теперь реестр будем вести мы с 1 января. А за этого режим реестр ввел. Что на вашем сайте написано? Как вы конкурс проводите? Конкурсы, зайдите, почитайте, как мы их проводим. Я не вижу, я на вашем сайте не вижу, что я рад, проводим конкурсы. А я вижу, что мы проводим конкурсы. И мы проведем конкурс по 66-му, по 82-му. Подождите. Все на сайте есть. А 85-й? Какой 85-й? 85-й маршрут. Кто выдал 85-й карту? Маршрут? Нет. Да. Еще раз. А это был конкурс? Я зайдите, не знаю, почитайте нормативную базу. Зачем вы выдавали курс? Зачем вы выдавали? Я еще раз, зайдите и почитайте нормативную базу. Почитайте 220-й. Я читал. Как проводим? Я читал. Основание открытый конкурс. Где? В 220-м законе. Дальше еще что написано? Продлять на полгода, может быть, в некоторых случаях. Что продлять? Вы продлять договор. Вас не устраивает работа управления транспорта? Меня не устраивает. Что мы незаконно выдали кому-то свидетельство? А я не понимаю, почему информации нет. Почему вы даете информацию? Я еще раз, информацию не у вас есть нарекания? Конечно, вы правы нарекания. Обратиться в суд? Какие вопросы? Я к вам хочу обратиться. Обращайтесь, я вам дам конкретно. Александр Ильич, мы не обязаны вам объяснять закон. Вы федеральный. Я еще раз. Вы обязаны реестр содержать. Реестр все должно быть прописано. Все прописано. Я в этом реестре вижу, что срок действия кончился. Август. Вижу, октябрь кончился 19-го года. С января будет новый реестр. А машины гоняют. Все изменения. А сейчас-то что? Сейчас получается. Сейчас мы вносим изменения. Потому что это нормотворческий порядок такой. Вас тут сколько человек-то? Насколько, посчитайте. Вот нафига город вам зарплату платит? Да просто так платит. Зачем? Вы считаете, мы ничего не делаем? Я считаю, что не делать. Я полгода назад к вам обратился, что меня задавить пытаются. Я опять сегодня иду, опять то же самое. И вас опять давят. И опять давят, да, 39-й. Я еще раз говорю, а почему? Я делаю замечание, они ГИБДД? Они вылазят из карты. Они нарушают, да, знаки. А вы нахрена? Вы сотрудники ГИБДД и должны нарушать. Вы зачем с ними договоры продляете? Я вас спрашиваю. На каком основании я не имею права с ними договор продлять? На том основании, покажите мне норму. И я пришел к вам и говорю, меня давят. Что это скоты там работают? Ну ради бога. Что ради бога? Пусть давят. Значит, пусть ими принимает административная практика занимается. Мы не занимаемся административной практикой. А вы меня это не слышите? Нарушение ПДД. Вам житель города обращается, горожане. Что дальше? Что дальше? Я еще раз понимаю. Смотрите, мы платим вам деньги. Вам зарплату платим. Содержим вас, дармоедов. А вы делать ничего не хотите. Пойдем. Ты что толкаешься, да? Я говорю, пойдем. Куда пойдем? Ты сейчас только что куда меня оскорбил. Дармоедом назвал? Да. Так, а по факту это так? Вот и выйди тогда. По факту это так. Я еще раз сказал, выйди отсюда. По факту это так. Я тебе еще раз сказал, выйди отсюда. Ты зарплату получал полгода. Ты что толкаешься, эй? Покиньте. Помещение покиньте.